Друзья, сегодня что-то невероятное творится с интернетом и с ютубом. Не получается дописать до конца. Я уже третий или четвертый раз пробую это сделать. Давайте оставим о плодах на завтра тогда. А я сделаю то, что обещал сделать. Я помолюсь о вас на иврите о благословении в ваших семьях и ваших домах. Благословлю Бога Израиля в ваших семьях, в ваших домах на иврите. И я верю, что это благословение принесет свет в ваши дома и в ваши семьи. И брахот – это очень серьезная тема. Мы об этом будем говорить в последующих уроках, о благословении и проклятии. И я думаю, что мы эту тему очень рассмотрим всесторонне. А сейчас давайте будем молиться, потому что прерывается постоянно, и прерывается так, что невозможно писать. Я думаю, завтра что-то как-то все изменится. И я начинаю молиться. Барухата Аданай, Элейну Мелехалам, Матира Сурим, Барухата Аданай, Элейну Мелехалам, Зокеф Кефуфим, Барухата Аданай, Элейну Мелехалам, Малбиша Румим, Барухата Аданай, Элейну Мелехалам, Анотен Лаефруах, Барухата Аданай, Элейну Мелехалам, Рокарец Аламим, Барухата Аданай, Элейну Мелехалам, Амахин Мисех Дергавер. Барух ата Адонай, Элохейну мелех ха-олам, Амавир шенам эйнаев тенен мефей пай, ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוני אלוהינו, ולא אבותינו, שתרגילנו בתורך, ודבקנו במצוותיך, נלהבנו, לא לדחת ולא לידי, עברת זהוני ולא לידי, נסיין ולא לידי, בזיון, וזעאל, ישלוט בנו עצר, ערב ערכנו, מאדם רע ומחר רע, ודבקנו בעצר טוב, ומעשים טובים, וחופת ויצרנו לשתבעת, לחתנו, היום ובכל יום לכן, ולחסד, ולחרמים ביניך ובכן ובנה וכל רעוינו ותגמלנו חסידים טובים ברוך אתה אדוני הגומל חסידים טובים לעמו ישראל и друзья в конце молитвы я хочу помолиться самой важной молитвой которую иудеи произносят три раза на день. Это молитва Шма. Помните, у Иешуа спросили учителя, какая молитва наиважнейшая в законе? И он, не сомневаясь, ответил, Шма Израиль, какая заповедь важнейшая в законе? И он сказал, Шма Израиль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад. И вот я закончу сегодняшний труд, нелегкий труд, вы поверьте, как это было трудно, 3-4 раза писать одно и то же и говорить, это же надо держать в памяти это все, в общем, слава Богу за все, и конечно, эта техника, это живое общение, это намного лучше, но если мы не можем иметь сейчас такое живое общение, то надо использовать любой случай. Я молюсь Шма. Шма Исраэль, Адонай Элогейну, Адонай Эхад, Барух Шем Кивот, Малхуто Леолам Ваэт, Вайфта Адонай Элог, Бехол Элавайха, Увехол Навшеха, Увехол Меодеха, Вею Адварим Элу Ашер, Анохи Мецевха, Йомал Левеха, Вешенатам Левенеха, Ведибарта Бам Вешивтеха, Беветеха Уведехтеха, Ведерех Ушбеха, Увекумеха,
וקשרתם לאות לידיך, והיו לתועפות ביניך, וכתבתם על ממוזות ביתך ובשריך. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один, благословенное славное имя Царства Его вовеки. Люби Господа Бога твоего всем сердцем своим и всей душою своей и всем существом своим. И да будут эти слова, которые я заповедал сегодня в сердце твоем, и повторяй их детям своим, и произноси их, сидя в доме своем и находясь в дороге, ложась спать и просыпаясь, и повяжи их как знак на руку твою, и пусть они будут напоминанием между глаз твоих, и напиши их на косяках дверей дома твоего и на воротах твоих. Эмит, истина. Пусть вот эта молитва, она поставит точку, но не точку в нашем с вами общении. На сегодня мы ставим точку и благословляем Бога в наших жизнях. Пусть истина Его торжествует, и пусть милость Его будет над нами, как шатер всегда распростертый. Я благословляю вас, друзья, сердце мое, ну, за вас, и ну, отнеситесь серьезно ко всему тому, что я сегодня говорил. Не относитесь так, знаете, как вот к поверхностному чему-то. Это очень серьезная тема. Это очень, ну, попадаясь на крючок этих людей, которые... Почему внутри волк, суть волки и хищные? Потому что, ну, им все равно до вас, им все равно до ваших жизней. Им не все равно только до ваших кошельков. Вот и все. И они будут говорить вам вот такие возы, наговаривать всего, лишь бы вы им давали, давали и давали. Вот, ну, на этом, наверное, больше нечего к этому добавить. Завтра я еще, мы поговорим кратенько, постараюсь записать о плодах, если завтра получится. Но, потому что плоды важно понимать. По плодам тоже узнается лжепророк и пророк Божий. Так что на сегодня буду прощаться с вами. Благословляю вас любовью Творца нашего. Друзья, также прошу молиться о нашей семье. И прошу, потому что начали лечение и заканчиваются средства. То есть химию начали делать. А там надо 32 тысячи. Мы собрали гораздо меньшую сумму. И сейчас вот, ну, возникает проблема. Я не знаю, как их буду решать. Но надежда на Господа. И, ну, в общем, молитесь за нас. И будьте счастливы и будьте благословенны. До скорых встреч. Аминь, аминь, аминь.